Поздравляем вас с победой в зеленом дерби. Какие впечатления оставила игра? Спасибо. Это очень крутые ощущения. Не каждый матч такие встречи, но как зеленый дерби. Здорово. Для вас это стало первое зеленое дерби в карьере, да? А насколько вот были впечатлены поддержкой болельщиков? Сегодня просто Уфа-арена гудела, стояла на ушах. Я уже зацепил, я был в Казани, когда мы играли тоже здесь. В принципе, знал, чего ожидать. Это очень круто. Слав, главное событие было это интервью Артема Лукоянова, когда он сказал, что у них есть вещь, которая весит 60 килограмм. Есть что сказать после матча? И как-то, может быть, это вас раззадорило? Сегодня дубль. По-моему, доказали, кто здесь король. Ну, я не 60, 78. Следующий. Да, можете, у вас такая тройка образовалась именно из новичков Салават, вы, Шаров, Ефремов, можете... Ну, хотя, ну, при сезонке было не совсем так. Можете рассказать, как, в принципе, она образовалась и о взаимопонимании между вами? Да, в принципе, с Владом Ефремовым мы начинали, еще по школе играли вместе, там, 6 лет уже знаем друг друга. С Саней Шаровым мы играли в сборной. Ну, в принципе, так пересекались. Все так. А, в принципе, вот по жесткости, по накалу сегодня ожидания дерби оправдались? Или, там, да, конечно, больше конечно. Драк, больше драк, например, ожидания, которых... Да нет, в принципе... Хороший накал был, хорошая игра. Сегодня в игре решили нюансы. Вот что именно сегодня Салават сделал лучше в третьем периоде, например? Чуть дожали, воспользовались моментом. А в целом, когда вы после 0-2, уже после 7 минуты, что тогда в голове было? Потому что болельщики прям расстроены были, уже упаднические настроения были. Тоже два быстрых гола. Немножко. И мы тоже встрепенулись, вошли в тонус игры и продолжили играть в свою игру.